Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me, сколько раз питаются в сроде? Шесть. Пять раз в день. Привезли ли вы запрещенные продукты своему ребенку? Конечно нет. Сок? Нет. А что считать запрещенным? Вы что, никогда? Соки. Да. Нет, мы не привезли запрещенку. Какой курс дорца к рублю? Ну, мне было бы приятно, если был бы хотя бы один к одному. Так не знаю, знаешь, что мороженое стоит 10 дорцев. Но я думаю, что один к 4 дорцу. Не знаю, доллар? А, наверное, один к одному. Один дорц, это один дорц. Почему не берца, а дорца? В каком квартале живут волонтеры? Во всех. Не знаю. Ну, все по своим, наверное, да? Кто такая Мякиш? Мякиш — это котенок девчонок из 5-го квартала. Кто такая Мякиш, Катя? Кто это такая Мякиш? Кубики знаю, Мякиши. Мякиши нет, не знаю. Кто такая? Что такое золотой песок? Это награда деткам? Золотой песок – это награда. Это дети добывают золотой песок с помощью… Они выигрывают конкурсы, да, и получают за это песок. Что вы можете пожелать педсоставу ЦРОДА? Терпение с нашими детками. Побольше, конечно, терпения, потому что детки любят веселиться. Здесь они все на позитиве, эмоции у них зашкаливают, и им, конечно, нужно много-много терпения. He said one day.